Не знаете, чем занять ребенка в выходные? Приходите к нам. Каждую субботу и воскресенье в ресторанах Гёдзе для ваших детей веселые аниматоры, кулинарные уроки, конкурсы и море сюрпризов. Справки по телефону 246-4-246. В эфире программа «Милые ручки», с вами я, Игуль Гизатуллина. Съемки ведутся в ресторане «Гёдзе». И, как всегда, у нас много гостей. Сегодня мы справляем день рождения, готовим пиццу, играем, веселимся. Поздравляем! С днем рождения! Поздравляем! С днем рождения! Поздравляем! С днем рождения! Билет? 4. И стишок хочу рассказать. Да. Громко. Давай. Мяч летает полосатый. Мяч играют медвежата. Мона мне спросила, мышка, что это? Ты еще малышка. Ты видел мой мальчик-осленка на ферме у старой сосны, где утром завистливо звонка, горланит петух со стены. Стоит он, растая в копытце, серьезный мохнатый малыш. И скошивши уши косится, наглухо шипящика мышь, а саль завьется над мордой. Густые реснички мигнут. И хвостик упругий и твердый, взволнованный, щелкнет, как прут. Меня зовут Даша, мне 9 лет. Запахло мартом и весной, но крепко держится зима. 108 непростой, приходит праздник к нам в дома. В таком красивом классе мы с вами собрались за тем, чтобы наших женщин всех поздравить. Международный женский день. Самый добрый день на свете, самый-самый светлый час. Ваши внуки, ваши дети, хотим поздравить вас. Здесь дорогие наши мамы, бабушки и сестры, вас поздравить, скажем прямо, нам совсем непросто. И слова нужны такие, что дороже золота, чтобы все вы, дорогие, улыбались молод. Самых любимых, родных поздравляем с праздником женским, с радостью днем, здоровья и счастья. Мы всем вам желаем в этот прекрасный солнечный день. Меня зовут Камила, мне 7 лет. Я хочу сказать стишок. Я хочу рассказать стишок. Хрустит за окошко морозный денек, стоит на окошке цветок огонек, молитвовым цветом цветут лепестки, как будто и вправду зажглись огоньки. Его поливаю, его берегу, его подарить никому не могу. Уж очень он ярок, уж очень хорош, уж очень на маминую сказку похож. Меня зовут Радмила, мне 7 лет. Я про папу скажу. Вы с папой моим не знакомы? Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. На праздник пришел, он и рад, и доволен. Я скажу вам без прикрас, папа дома, высший класс. Всю неделю с нетерпением жду субботы, воскресенье. Наступает воскресенье, с папой мы идем гулять. Это здорово, ребята, с папой рядышком шагать. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. А ты кто такой? Давай поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Меня зовут Лейла, мне 8 лет. Раз, два, три, четыре, пять. Будем в прятки мы играть. Звезды, месяц, лук, цветы. Ты пойди-ка по воде. Мне 7 лет. Меня зовут Вероника. У меня стих про алфавит. Рассказывай.
33 родничья, 3 записных красавицы на одной живут странице, а повсюду славятся. Аба, ВГ, Д, ЕЖ прокатили на ЕЖ. З, И, К, Л, М, Н, О дружно вылезли в окно. П, Р, С, Т, У, Ф, Х оседлали петуха, Ц, Ч, Ш, Щ, И, Я, вот и все они друзья. Познакомьтесь с ними, дети, очень плохо жить на свете тем, кто с ними не знаком. Загадка. Метель ей верно служит, несет ее по свету, а все ребята знают про королеву эту. Это Снежная королева. Из чего пекут пиццу? Точно, еще из чего? Что кладут? Начинку какую? Сыр, еще что? И наша пицца готова. Наша программа подошла к концу. Смотрите нас каждый день на телеканале M-Television и в любой точке мира на www.mtelevision.ru. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал участником программы, звоните по телефону, указанному на телеэкране. В нашей семье появился новый друг и помощник – журнал «Дошкольная Уфа». Полезные советы по здоровью и развитию ребенка, новости дошкольного образования, детские странички. И всего 75 рублей по подписке. Подпишемся! Не знаете, чем занять ребенка в выходные? Приходите к нам. Каждую субботу и воскресенье в ресторанах «Гёдзе» для ваших детей. Веселые аниматоры, кулинарные уроки, конкурсы и море сюрпризов. Справки по телефону 246 4 246.